мастер-класс. Марго, скажи, пожалуйста, что мы будем делать из этого предмета? Из этого рабочего кресла мы будем делать кофейный столик. Что из деталей этого стула нам потребуется? Нам потребуется только основание у этого кресла. То есть мы снимаем спинку. Да. Вот и эту часть. Это она нам понадобится, но позже. Теперь нам нужно покрасить основание. У нас уже есть заготовка. В домашних условиях вы очень быстро, самостоятельно сможете отвинтить эти колесики и при помощи аэрозольной серебряной краски закрасить основание этого стула. Итак, давай заготовку показывать. Вот наша заготовка. Все то же самое, только перекрашено и нет колесиков. Дальше нам нужно придумать столешницу для нашего столика. Берем сиденье от табуретки. Совершенно обычная при том табуретка. У каждого в доме такая, я уверен, есть. Файлы для журналов. Это тоже в свободной продаже деревянные, имеется, да? Да, деревянные файлы. Давай сложим в нужную нам комбинацию. Хорошо. И дальше будем склеивать между собой. Моего креатива здесь уже. Как собрать этот пазл? Так, дальше вот так. Вот, сложилось. Берем двухстороннюю клейкую ленту. Обычный канцелярский нож. И начинаем с помощью этих предметов склеивать нашу комбинацию. Конечно, можно было бы с помощью клея скрепить намертво все детали. Но Марго считает, что у Паши может возникнуть желание изменить форму стола. Поэтому она выбрала двустороннюю клейкую ленту. Марго, это очень интересная идея сделать стол из стула. А можно наоборот, чтобы был стол, а стал стул? Конечно, можно. Чтобы ничего не прикручивать, не приклеивать. Это просто элементарно, и я 100 раз так делал. Мой личный мастер-класс. Если у вас есть стол, элементарно можно сделать легкий дизайнерский стул. Просто берете и оп, все, мастер-класс готов. По центру будущей столешницы кладем круглое сиденье от табуретки, а сверху механизм от офисного стула. Все эти детали скрепляем саморезами. Вставляем основание и возвращаем на место колесики. Не самая простая вещь, но действительно оригинальная. Вообще удобно, потому что можно менять высоту. Вот смотри. Так, как будто вот сели на него, да? Но садиться не стоит. Что еще можно сделать с этим столом? Предлагаю вставить файл в файл. Боже, я сделал это сам, у меня получилось. Ну, почти. Я придумал еще одно применение, Марго, для этого столика. Если кто-то вам не говорит правду, а вы очень хотите ее узнать, этот столик поможет вам добиться правды. Можно твой палец? Вставь его, пожалуйста, вот сюда. Давай. Да, это детектор лжи, по сути. Нам потребуется вот этот файл. И сейчас мы узнаем правду. Где Сан Саныч? Марго, быстро. Сейчас вот полочка зайдет до конца туда. Ну, скоро будет. Кто-то же. Я тебя благодарю за эту красоту. Спасибо. При желании столик можно покрасить, и сделать его сможет каждый. Подробности на сайте www.school-remont.tv.